Сейчас отберем у вас пробы. Без проблем. Пробы овощей. Без проблем. И посмотрим. Без на нитраты. Какие хотите, возьмите, проверяйте. Помидоры и огурцы – неотъемлемая часть рациона человека. Но всегда ли мы знаем, что покупаем? Жители микрорайона Финский попросили проверить две торговые точки на повороте в Щелково 7. Причина их беспокойства – близость палаток к дороге. Однако не все местные жители видят в этом проблему. Каждый человек продукты моет, то бишь овощи и фрукты. Как бы в этом ничего такого нету. Даже с огородом. Мы также живем в городе, где пыль, также живем в деревне, там тоже грязь. Мы эти овощи, мы картошку копаем, естественно, мы ее моем. Сегодня у нас просто внеплановый выезд. По заявке администрации нас попросили выехать на эту точку и посмотреть качество наших овощей. Физиометрический контроль в норме. Здесь 9-10 в час. Исследования проводили сотрудники Щелковской ветеринарной станции. Проверив документы и собрав нужные образцы для экспертизы, они помещают продукты на стол в выездной лаборатории, где и делают первичные анализы. На ваши овощи у вас должны быть, я так понимаю, вот такие или сертификаты, или в крайнем случае вот такие Е-сертификаты. Все есть. Грубых нарушений в ходе выезда не выявлено, но к одной из палаток было выдвинуто требование перенести торговую точку на несколько метров дальше от дороги. Обещали выполнить предписание через неделю. И мы посмотрели, в принципе, начали с чего? Начали с документов. Документы на продукцию здесь есть, сертификаты, в общем-то, сертификаты качества. Посмотрели, все соответствует нормам. Есть уголок покупателя, что тоже нас радует. Как нам сообщили, после проверки продуктов в лаборатории все пробы соответствуют санитарным правилам и нормам. Покупать или не покупать? Вечный вопрос, который волнует потребителя. Ответ на него может дать только экспертиза, но в любом случае выбор за вами. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».